Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Лада Ларгус. Автомобиль приехал к нам сделать шумную изоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Багажник, несколько полосок фибропласта проклеили. Задние арки голый металл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. По дверям смотрим. Задняя дверь, небольшая полоска фибропласта. Передняя дверь. То же самое. Небольшая полоса вибропласта. На полу в салоне тоже полоски вибропласта присутствуют. Владелец жалуется, шумный автомобиль. Крышу смотрим, голый металл. Готовим поверхность и приступаем к справке. Начали клеить вибропласт на Ларгусе. Проклеен у нас пол багажники, проклеены задние арки. Все тщательно прокатали валиком. Также проклеили крышу первым слоем. Проклеили вибропластом и закончили клеить пол в салоне. Смотрим дальше. Начали клеить шумоизоляцию на автомобиле Lada Largus. Проклеен у нас пол, багажники, проклеены задние арки, проклеена крыша шумопоглотителем. Двери проклеили вторым слоем вибропласта. Толщина его 2 мм. Закончили проклейку пола в салоне. И третий заключительный слой мы проклеили, вернее, обшивки. У нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Берем салон, все проверим, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!